Доброе утро всем! У нас сегодня такая красавица Деми. Деми – представитель породы Мейн-кун. Она к нам приехала на плановую чистку зубов ультразвуком. Вроде кажется, что Деми все понимает, смотрит. В реальности это моя рука двигает Деми. В реальности она уже под седацией. Поэтому, когда вы привозите наших пациентов, очень часто возникает вопрос: «Доктор, наркоз – это не вредно?» Наркоз это иногда может быть вредно. Чистка зубов проводится под седацией. Седация это не наркоз, это такой пьяный сон. Поэтому если вы переживаете по поводу наркоза, знайте, что наркоз при чистке зубов не делается. Поэтому наша сегодняшняя история о Деми, и мы идем в операционную чистить зубки. Всех благ и хорошего дня всем. Деми уже под седацией. И она уже находится в операционной, там, где мы всегда выполняем данную процедуру. Здесь все настроено, все есть. В случае каких-то осложнений в операционной можно оказать любую помощь. Поэтому к чистке зубов мы относимся не просто как к механическому процессу, а к большой операции. Поэтому всегда чистку зубов проводим в специальном помещении. Это операционная. Индикатором того, что Деми уже в полном релаксе, является ее язык. Очень часто многие говорят: «Доктор, во время наркоза или во время седации кошка не прикусит себе язык?» Конечно же нет. Почему? Потому что, чтобы его прикусить, должны быть силы. Во время релакса и наркоза сил нет, мышечная активность полностью в релаксе. Поэтому продолжаем. Присаживайтесь поудобнее и смотрите с удовольствием, как чистят зубы кошечкам. Для информации покажем, что и людям, и животным иногда ставят в полость рта специальный роторасширитель. Этот роторасширитель резиновый. То есть, если Деми начнет смыкать зубки, нужно сделать так, чтобы зубки при этом не поломались и не были травмированы. Поэтому открыли ротик, взяли наш прибор и зубчик за зубчиком мы начинаем чистить. Деми при этом находится в релаксе. Она особо не слышит звук, она не испытывает боли. Вот. И в данный момент вот таким образом, как нафиг в чайнике, мы снимаем камушек. Камушек с каждого зуба. То есть если показать рядышком зуб, вот все слетает. Смотрим следующий. Итак, раз за разом мы снимаем полностью налет с каждого зуба. С одной стороны, а потом начинаем с другой стороны. Наша процедура подошла к концу. Хотел бы вам показать вот такие белые, белоснежные зубки Деми. Это так называемая голливудская улыбка. Так я ее называю. Поэтому тот, кто боится, настраивайтесь, не бойтесь. Деми сегодня была примером, что на самом деле все не так страшно. Сейчас Деми сделаем укольчик, седируем, достанем роторасширитель и наберем владельца. Расскажем, что все прошло хорошо. После нашей процедуры Деми находится в специальном боксе. Бокс, который подогревает тело, бокс, который дает возможность отдохнуть, выспаться и ждать владельца. Поэтому вот такая история сегодня. Пользуйтесь и знайте, как все происходит во время чистки зубов.